Как относится к Рамзану Кадырову? А то, что личный друг Путина? А то, что генерал? А то, что академик наук? А то, что половина наших налогов идет в Чечню? А вы защищаете эту власть? Вы задумайтесь об этом попозже, товарищи полицейские. Сколько парней погибло? А вы защищаете эту власть. Сколько детей будет убито в этих больницах, которые разворованы деньги? А вы защищаете эту власть. Сколько стариков будет ходить и собирать бутылки, потому что нищенские пенсии? А вы защищаете эту власть. Вот задумайтесь об этом, наконец-то. Когда выяснится, приходите. Стоп! Стоп. Вначале вещь, а потом уже выжимаете. Вот, видите как? Имейте право изымать. Поэтому... Место происшествия вы лично сорвали эти плакаты. Вот это... Вот только что забрали себе. Товарищ полицейский, действительно, очень много вопросов. И вы все знаете. Самое главное, что вы все знаете. И сейчас здесь, слава богу, пока не били. Хотя на самом деле дадут приказ, будьте бить. Ведь будете же бить, стоите и думаете. Уже ударил бы я этому человеку с микрофоном. Только бы дали приказ. Еще раз, я а кто заявил, что мы сорвали баннер? Ну, по вашей версии, преступник. Я вам только что объяснил, почему. Ребят, лжецы, вруны и варьё руководит вами и данной этой операции. А вы выставлены идиотами на посмешище. А все ради чего? Человек, которого мы должны, который сделал заявление. Откуда вы знаете? Вы его знаете? А откуда вы знаете? Мы обязаны по каждому сообщению проверять. Я не знаю. Отлично, вы проверили? Стоп, а если это нет, потом не состава? А если это сумасшедший? Если не проверили, так чего вы? Так вы сначала поймете, сумасшедший он или нет? Сначала мы проводим следственные действия, мы имеем право на возбуждение по исходе материала. А если я закажу, если я заявлю, что ваша кокарда не ваша, я вас сниму, мне покоя не дает ваша кокарда. Просто было не шумно. Вы мне дайте возможность ознакомиться с протоколом и претензиями. За это время сотрудники полиции не совершают никаких действий по изъятию материала. Мы сейчас вопрос изучим. Хорошо? Я давайте на месте изучим протокол осмотра места происшествия. Пожалуйста, я вас хорошо, сниму, давайте знакомьтесь. Мы хотим другого президента. Хотите ли его вы, господа полицейские? Что? Осмотр начат. Подождите, а какого происшествия это? По сообщению. Так. По сообщению зарегистрировано в Бакуску. Потому что господин Солодовников сказал убрать. А ребята стоят и думают, как же это сделать так, чтобы не нарушить закон? Стоят и думают, почему мы должны это делать? Почему смена наша сегодняшняя? А господину Солодовнику хорошо. Он сказал убрать одно слово. Ему говорят, так это противозаконно. Это мэрия согласовала этот митинг. Я уже представлял всем. А ему все равно убрать. Да я верю. Ребят, просто не все команды можно выполнять. Александр Сергеевич, да? Я представлялся. Вы мне скажите, пожалуйста, я просто позже. В том числе был. Я сейчас по телефону. Да я вам верю, можете сказать, как вас зовут? Виталик? Виталик. Артем Станиславович, ну как вы сказали, Артем Станиславович. Конечно, мы не убираем никуда баннера. Артем Станиславович, следователь. Все, согласованное мероприятие. Я не пойму, в чем проблема. Дежурного по адресу. Понятно? В чем суть-то? Правонарушение. Я вам только что говорю, происходит материал проверки. Суд закончился. Вот, здорово. Материал? О каком преступлении? Было зарегистрировано сообщение о преступлении. О каком преступлении? Мы выехали на проверку. Еще раз говорю, о каком преступлении? Вот я звоню в полицию, я говорю, совершается убийство. Я же не говорю, совершается преступление, правильно? Что, господа полицейские? Открываем лица. Незаконном размещении. Сейчас не только я, не только пресса кировская будет. Разве может быть законное размещение баннеров экстремистской направленности? Ну, а полиции-то, да? Все знаем, все считали. Нет, ну, я думаю, сейчас по очереди просто пойду и будем представляться. А чего там? Вы не стесняйся. Ребят, в этой жизни надо делать такую работу, за которую не надо стесняться. И если вы ловите преступников, так ловите преступников и гордо об этом говорите всем, знакомым, друзьям. А если вы делаете какие-то подлые вещи, то не ходите на эти подлые вещи исполнять подлые приказы. Что, где-то все.
производится материал. Хоть один план, два года экстремистского направления. Это будет проводиться в дальнейшем. Сейчас мы производим следствие. Меня, пожалуйста. Артем, материалы проводим. Артем Сергеевич, я вам докладываю. Здесь проходит пикет, согласованный с администрацией города Кирова. Я организатор, если вы этого не знаете. Если у вас есть претензии, то у вас есть только один алгоритм законных действий. А именно, после окончания публичного мероприятия.